Всем привет, друзья, с вами Виолент, и это не белый свет. Это белый цвет, правильно. Мы находимся в игре No Man's Sky. Наконец-то, ребят, вышло, мы с вами сможем заценить. Разработчики-то дурили все нам бошку этой игрой. Я уже, так сказать, посмотрел, зашел, запускал несколько раз, чтобы настроить все это дело, и... Я так понимаю, что мы сейчас к черту здесь замерзнем, потому что у нас минус 8 градусов. Это, мне кажется, очень печально. Генетический щит, то есть здоровье наше здесь. Я так запускал несколько раз, и в итоге разные планеты были. То есть сейчас нас закинуло куда-то непонятно где. Мы находимся вообще на лифте. Ладно, я думаю, сейчас разберемся. Какие-то роботы летают. Какой-то расщепитель. Что это за хрень такая? Я вообще не знаю, что это такое. Я знаю, что это No Man's Sky. Естественно. И цель этой игры — добраться до самого центра всей этой хрени, ребят. Да, вот так вот. Не знаю, как мы будем добираться туда. Пешком, наверное, пойдем, да? Это будет, я думаю, очень офигенное путешествие наше. Железо, оксид, уничтожить. Давайте разберемся, что у нас на тап. Экзокостюм. Ёперный хит. Как же здесь всего до хрена? Звездолет, мультитул. Черт, я хотел прочитать, знаете, как мультифрукт. Но нифига, здоровье, оружие. Так, что у нас здесь есть? Экзокостюмы. Защита от вредных факторов. Черт возьми. Ладно, давайте что-нибудь сделаем. Покинуть планету. Найдите свой разбившийся звездолет и удержите, чтобы взаимодействовать. Вон, я вижу. Подождите. Есть у меня какая-то пушка. Мы добываем таким образом железо. Смотрите, как интересно. Ну-ка давай. Ох, мы перегрели уже свою пушечку. Железо у нас 78. Ну-ка, яички. Изотоп, углерод. О, шикарно. Железо давай добываем. Черт, она перегревается так быстро. Ну-ка. Так, неплохо. Что-то мы с вами делаем. Телепортируйте предмет, отремонтируйте взлетные ускорители звездолета, создайте в инвентарь лист корита, нажмите на пустой ячейки. Так, тап. Переместить, установить технологию. Что это за хрень? Отремонтировать? Что это за дерьмо-то летает, а? Ты хочешь со мной сражаться? Робот, кто ты такой? Ты дружелюбный или ты недружелюбный? Видимо, это какие-то... Братишки-то, походу, дружелюбные. Не так ли? Ладно, не будем их трогать. Они нас не трогают, поэтому не будем. Я, черт возьми, сбили. Что мы хотели сделать? Чтобы совершить... Импульсный прыжок, удерживайте, в этом месте нажмите, чтобы активировать ускоритель в полете. Ёперный хит, мы можем взлетать, подождите, а мы можем разбиться, если мы... Ой-ой-ой-ой, черт! Что делать-то, давайте вот это накопаем-то. Накапываем. Все, что можно накапывать, я накопаю здесь. В этом мире. Перегрев. Черт возьми, перегрев. Так, что у нас с пушкой? Ребята, я пока что ничего не понимаю. Взлетный ускоритель. Система вертикального взлета. Технология критически повреждена. Листка корита. Создать... Ага. Один есть из этого, да? В общем, давайте тогда фармить, так сказать. Грибочки. Я, конечно, первым делом обратил на графику. И здесь я так скажу вам, что это, конечно, не очень хорошо. Ну, все-таки игрушка весит 2 гигабайта. Я очень удивился, когда увидел. Я думаю, куда я попал, черт возьми. Неужели это реально эта игра? Но, так сказать, оказалось, это реальность. Так, перегрев, черт возьми! Как же избежать? Телепортируй предметы, книга звездные, нажмите X в инвентаре. Ну-ка. Переместить предмет. Смотрите-ка. Переместить предмет. Предмет. Вот так вот перемещается. Отлично, я понял вас. Блин, я переместил, видите, куда, непонятно. Здоровье, защита, выносливость.
И думаю, нам сюда ставить выносливость не надо. Или надо? Так. Тихо! Я уже нахимичил. Тихо, ребят, тихо. Надо поставить. Черт, она куда-то ушла. Ладно, хрен с ней. Давайте нафармим. Потом поставим. Если, конечно, она поставится. Давайте разбираться, что здесь вообще есть. Потому что я... Что это за такое? Отремонтируй, создать в инвентаре лист карди... Нажмите на пустой... Блин, да задолбали. Создать продукт. Вот. А создать... Продукт создан, сказали. Это забавно очень. Углерод фигачим. Черт, надо отходить, ребят, походу. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, какие кристаллы. Ох, как интересно. А то ремонтируется взлетный ускоритель звездолета, создать в инвентаре еще два листа. Черт, я начинаю входить в вкус. Спасибо. Давайте еще создадим. Я думаю, вам хватит. Ремонтируется взлетный ускоритель. Верните на свой звездолет, нажмите тап и удержите, чтобы отремонтировать. Нажмите на тап, чтобы вот это нас кораблик. Так, ну теперь я думаю, можно отремонтировать. Давайте попробуем. Нет, ни хрена нельзя. А, вот так вот, значит, да? Импульсный двигатель, корабель, ускоритель полета. Значит, там, ребят, вот это вроде бы осталось. У нас сейчас не хватает гириди какой-то. Собрать элемент. Ох, 200, лист корита. Ну, листы мы уже умеем делать. Цинк. Цинка 20. Давайте глянем, что мы можем сделать. Так, надо отойти от этой фигни, чтобы она нас не беспокоила. Ага, вот сюда вот переходим. И все-таки создаем листики. Да, конечно, продукт создан. Как ты хотел это? Я же создал его. Все, ты больше не способна ни на что. Походу не способна, окей. Импульсный двигатель. Ладно, давайте фармить все, что здесь фармится. Вот так вот собираем. Нам все это дерьмецо нужно. Черт, вот только перегревается это дерьмище. Это, конечно, не очень хорошо. Так, давай, грибочки надо обязательно принимать, ребят. Вот, уничтожить. Еще здесь, офигеть, сховался от меня. Ну-ка, если мы взлетим так. Блин, прикольно. Как-то игра, кстати, неплохо вроде фурычит-то, неплохо. Для начала. Так, отличненько, железо. Тихо. Не хватало мне здесь еще сдохнуть. А, поврежденный механизм. Взаимодействовать, осмотреть. Может, мне надо все это, ребята, посмотреть? Ну-ка, давайте посмотрим. Что там нам надо? Лист. Еще один листочек надо сделать нам. Давайте позделаем. Ага, можно сделать листочек. Так, продукт создан, уже темнеет, заметьте, это охрененно интересно. Так, ага, видите, галочка отмечена, цинк, собрать элементы. Так. Ремонт, так это ясный фиг, что хрен вон, два создать предмет. Ну-ка, а что у нас здесь еще есть? Микрополитная материя какая-то, обходный чип. А здесь еще листы. Блин, ладно. Какое жизнеобеспечение? Вы что, офигели, что ли? Подождите, а как... Я же сейчас сдохну, к черту. Как же мне... Чтоб нормально мне было-то, а? Зарядить. Собирайте цинк, титан и защитный... осколок, чтобы зарядить защиту от вредных факторов. What the fuck, you bitches? Охренеть. Да здесь подохну, блин, а. Ни хрена-то не знавши. Как я буду-то выживать в этом суровом мире? Я не знаю. Переместите предметы. Так, ладно, давайте осмотрим, что здесь вообще есть. Обломки, заметить аварийный маяк. Ну-ка. Чё за фигнюшка?
Кажется, что реальность накладывает сама на себя. В какой-то момент я вижу обломки, затем огромный красный шар, почти слишком большой и слишком яркий, чтобы осмотреть на него. Ему известно обо мне все больше, чем мне можно было когда-либо узнать о себе. А может ли это быть лицом самотворения? Или мной манипулируют в этом затуманенном состоянии, когда сознание только проснулось? У меня в голове плывет название «Атлас», и я чувствую... Безусловно, требование следовать по пути, которое это ощущает, это Атлас продолжила для меня. Принять указания Атлас. Ну, давайте примем. Я чувствую, как меня наполняет теплый свет одобрения. После ощущения потерянности возникает понимание, что тебя нашли. Атлас признает мою преданность. Я чувствую уверенность, что совсем скоро он проявит себя. А, и все? Какая интересная история. А как же, черт возьми, нам сохраниться, ребят? А, отремонтируйте сканер, нажмите Tab. Так, где сканер? А, система защиты от вредных факторов. Отключена, отключена. Молодцы, молодцы. Защита отключена. Это очень круто. Я вот не понял. А, вот сканер, черт возьми. Разобрать, давай, ремонтируй. С, чтобы включить сканер. Это что? Анализируй все визы. Система отметок для бинокля. Ремонт. А, расщепитель. А, собирайте изотопы, чтобы зарядить. А, зарядить. Шикарно. Хоть в этом мы, ребят, разобрались. Это довольно-таки круто. Так, 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 так. Что здесь еще можно посмотреть-то? Обнаружено месторождение. Ну-ка. Открыто... Черт возьми. Открыта новая технология. Нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь. Сила луча. А, фазовый луч уничтожает звездолеты быстрее. После создания в инвентаре звездолет работает автоматически. Создать... Охренеть. Охренеть. Да, конечно! Установить технологию. Ну-ка, что здесь есть? Создать. Нет, не можем мы создать, потому что нету, нету. А, добывайте из почвы с помощью мультитула ресурсы. Так, а если в землю фигачить? Ничего не будет? Да, походу ничего. У нас какая-то фигнюшка вон там есть. Интересно, она, наверное, наверху находится, я не знаю. Да блин, а тактический урон где? Почему, почему меня фигачит? Что это за кустик такой? О, углерод нам сейчас надо. Нам, в принципе, все надо. Особенно эти грибочки. Ладно, убьем, убьем грибочки. Я надеюсь, вы не против? Так, а смотрите, какой-то кустик интересный. Ёперный хит, тихо, кустик! Тихо, не надо же меня так трогать резко. Блин, тут растения, смотрите, какие плохие, мразинка, а? На тебе! Его можно сжечь? Да, его можно сжечь. Мне эта игра уже нравится. Какие-то роботы летают. Смотрите, что он делает. Что-то он сканирует, непонятно. Ой-ой-ой-ой, черт-черт-черт! Почему меня бьют, ребят? Почему меня бьют? Быстро! Быстро надо лечиться. Черт, мне роботы эти очень напрягают. Очень, черт возьми, меня напрягают роботы. Так, а Е взаимодействовать. Как мы можем взаимодействовать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Критическое повреждение, нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь. Да я понимаю, просто сел. Я не думал даже, что я сяду. Я просто решил посмотреть. Вылазь быстро. Нам еще рано сюда, точка восстановления сохранена. Вот. Вот это очень мне нравится. Соберите еще 200 гриди, чтобы отремонтировать. Нажмите C. Ладно. А, гериди уничтожить. Че это за фигня? Смотрите. Смотрите, что мы нашли-то. Я не знаю, что это за хрень. Какой-то небоскреб непонятный. Но это нужно нам уничтожить, поэтому хреначим, ребят. Пока дают, надо брать. Сейчас я его завалю.
Блин, только вот перегревается, конечно, моя пушка. Тихо-тихо, от токсинов снижается. Не надо, чтоб я сдох здесь. И чё, всё? А, смотрите, как интересно. Он сразу каким-то цветом был. Непонятным. А сейчас тем более он непонятным стал. Смотрите, какое небо. Какие планетки. Блин, это круто. Ни разу не играл подобные игры про космос. Все дела. Но это No Man's Sky. Надо попробовать. В принципе, все разработчики-то дурили нам голову. Заманивали нас, чтобы мы заценили эту игру. Поэтому ценим. Так, Гейлинден, собираем. Все собираем. Никому не достанется все это дело. Нас пофиг, какие-то грибочки здесь токсичные. Какие-то фигнюшки все, вон, видите, зелененьким слева. Сердечко наше еще стучит наполовинку пока что. Наверное, скоро оно отключится. А, 56 градусов пока что. Или это... А, минус 6 градусов. Это токсичности. Пипец, ядовитая хрень. Так, я думаю, мы уже до хрена насобирали. Давайте эту фигнюшку тоже заберем с собой. Вы заметили, каким-то лучом фигачит оно. Блин, круто. Чё это там бегает, смотрите. Чё это за хрень-то? Ну да, здесь есть какие-то животные. Сразу вспомнил, трейлер есть, да, животные. Но оно пока далеко. Я думаю, оно нас трогать не будет. Поэтому не будем его трогать. Я не понимаю, что вот этот робот хочет. Чё он сканирует, чё он убирает? Непонятно. Соберите еще 20 тысяч, чтобы отремонтировать. Спасибо, подожди. Да блин, робот-то мешает мне. Главное его не задеть. Я дружелюбный. Вдруг он меня сейчас напхнет. Да блин, защита от токсинов. Блин, это токсины эти. Они мешают мне. Так, ну сколько там осталось, а? Вроде же чуть-чуть осталось. Давай. Разрубай это дерьмецо. Чё, ты можешь? Все, там больше ничего нет? Темно, просто ни хрена не видно уже. Ну-ка, давайте подлетим хоть чуть-чуть. Так, главное нам здесь не разбиться. Блин, реально, мир просто огромный. Мир, ребят, огромный. Хорошо, подожди. Мне надо собрать вот это все. Видите, оно подсвечивается, значит, где-то можно тут разрубить эту фигнюшку. Оно вниз идет, смотрите, охрененно. Разряжено? А, используются изотопы. А, расщепитель, зарядить. Заряжено, да? Да, заряжено. Офигеть, тут еще надо заряжать пушку. Я думал, она здесь бесконечная. Но не тут-то было, ребят. Вот эта фигня опасная, надо отходить. На приличное, так сказать, расстояние. Так, сжигаем это все. Дельце. Так, можно туда, наверное, пещерку себе делать, да? И жить там. Перегрев, замечательно, перегрев. А, сколько нам там осталось-то, а? Смотрите, 200 уже собрано. В принципе, мы какую-то хренью с вами страдаем. Цинк. Теперь надо циночка сделать. Так. Так, фигачим. Железо нам тоже не помешает. Давайте попробуем, что ли, убьем этого засранца. Ну-ка, иди-ка, мой маленький ублюдок. Ой. Так, мы куда-то уже зашли с вами, походу, далеко. Куда-то мы с вами далеко зашли. Так, тихо. Вот это хочу убить еще. Хочу убить. Смотрите, они быстро убиваются. Грибочки можно жарить? Это... Черт возьми, враг!
Сдохни, мразь! Сдохни! Черт, перегрелась! Тихо-тихо-тихо, есть! А, уничтожьте дронов, пока они... Ах вы говнюки маленькие! Открыть новые технологии, нажмите Tab, чтобы открыть инвентарь. What the fuck? Давайте зарядим еще раз. Пока можно зарядить, зарядим. Тихо! Да черт возьми! Я же, блин, еще не это! Да сдохни ты, сдохни! Ты ублюдки! Ублюдки мелкие, смотрите, сколько их много! What the fuck какой-то! Чё за говно-то, а? Напали на меня, маленькие ублюдки! Сдохни ты, блин, а! Чёрт! Разрядилась ещё! What the fuck? Как же с этим дерьмом-то справиться? Быстро заряжай! Да чёрт, быстро заряжай! Заряжай быстро! Я не могу зарядить, ребят. А, нет, могу стрелять. Где вы? Они ушли, они ушли. Тихо, валим за наш корабль. Так, музыка какая-то пошла. Так, один разрубили. Есть! Какой боевой страж? Вы что, охренели, что ли? Да какого хрена-то? Спасите, помогите, пожалуйста. Я не знаю, куда бежать, ребят. Это просто какой-то вакханал. Куда? Куда от них... мне от них деться? Я не знаю, здесь может быть опасно. Я же без понятия, черт возьми. Тут зелени столько много. Как я потом найду свой корабль? В принципе, отметка стоит. Поэтому не ссым, ребят, не ссым. Завершен важный этап путешествия. Новичок уничтожен стражей 1. Фу, я могу сказать вам, это было очень-очень напряжно. Давайте вот это зафигачим. У нас уже... Конечно, токсический урон. Так, что здесь еще зарядить-то надо? Вот это давай. Так, система жизнедействия. Пипец какой. Еще раз. Ага, нету, нету, нету. Так, идем сюда. Вот это тоже обязательно возьмем. Все это нам все равно пригодится. Блин. Разряжается засранка очень быстро. О, роботы, собираем. А, это мы уже собирали. Поэтому давайте дойдем до этого маленького нашего кораблика. В общем, что, ребят, на этом пока что можно и закончить. Пишите, как вам понравилось, не понравилось. Обязательно поставьте лайк, если хотите, чтобы дальше мы попутешествовали в этой прекрасной игре. И дальше изучали все. С вами был Виолент, спасибо за просмотр и до скорых встреч, всем пока!